В области растет заболеваемость ОРВИ. В неделю регистрируется около 7 тысяч обращений за медицинской помощью. И хоть в целом эпидпорог по области не превышен, в отдельных образовательных учреждениях уже введен карантин. Речь идет о 22-й и 28-й школах города Тамбова. Карантин там введен не в целом по образовательному учреждению, а по отдельным классам, где количество заболевших ОРВИ превысило 20%. И в городе Уварово у нас приостановлено обучение по классам в Уварском лицее и в кадетском корпусе Уварово. Чаще по-прежнему болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет и школьники от 7 до 14. И если раньше в области не было выявлено ни одного случая гриппа, только ОРВИ, то на прошлой неделе в Тамбове и Мучкапском районе зарегистрированы первые заболевшие свиным гриппом. На истекшей неделе в ходе диагностических исследований у нас в двух случаях выявлен возбудитель гриппа типа А1, H1N1 2009 года, то есть пандемического свиного. На сегодняшний день такой же диагноз поставлен еще одному пациенту, поэтому в ближайшее время ожидается рост заболеваемости, а ее пик специалисты по-прежнему прогнозируют на февраль.